Гороскоп на 23 января 2021 года. Скорпион, женщина и мужчина. 65% общее, 64% любовь, 58% здоровье, 74% финансы, 67% удача. Прислушивайтесь к советам астрологов, и ваш день пройдет легко и продуктивно. Куда вы торопитесь? Едва ли вы сможете ответить на этот вопрос, но факт остается фактом, вам хочется действовать очень быстро, и вы совершенно забываете об осторожности. Притормозите, проанализируйте ситуацию, выводы будут неожиданными. Новые дела лучше начинать во второй половине дня, поскольку именно в это время вам проще всего будет сосредоточиться и ничего не упустить из виду. Подходящий день для решения вопросов, связанных с оформлением документов, общением с представителями государственных организаций. Можно начинать подготовку к ремонту или переезду, покупать мебель и предметы интерьера. Гороскоп здоровья для скорпионов на 23 января 2021 года. Сегодня старайтесь сохранять спокойствие и не выходить из себя без особых на то оснований. А то рискуете заблудиться в дебрях своих эмоций и перестать адекватно воспринимать ситуацию. Доверяйте доводам рассудка и не нервничайте по пустякам, а серьезных поводов для нервотрепки у вас сегодня не появится. Гороскоп красоты для скорпионов на 23 января 2021 года. Вы любите проводить свое время в раздумьях о далеких перспективах, и сейчас вы с головой ушли в построение какого-то грандиозного замысла, который позволит вам править миром или, по крайней мере, вашим в нем уголком. Мыслите еще глубже. Семейный гороскоп для скорпионов на 23 января 2021 года. Перед вами открыты широкие горизонты возможностей насладиться уютом домашнего очага. Забудьте, что у вас есть работа, на данный момент у вас есть только семья, которая требует к себе внимания и готова за это подарить вам день, когда общение с ней принесет вам столько удовольствия, сколько вы захотите сами. Бизнес-гороскоп для скорпионов на 23 января 2021 года. Как часто вы смотрите гороскоп на день?